Знаете, чего бы мы ни нашли, если бы не свернули с тропы? Водопад и утес. А? Что это? Я кого-то видела, правда? Там кто-то был. Это история, которую знают местные, но о которой умалчивают. Лишь перешептываются, будто это история о призраке. Мы не беспокоим их, а они нас. Но тот, кто поднялся туда... Что это за место? Уже не вернется. Потомки этих людей до сих пор живут на горе.